Всем привет, 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 ребят! Сегодня прекрасный солнечный день, и мы с друзьями... Пятница! Пятница! Выбрались на рыбалку. Едем с ночевой, с палатками, с печками, с лодками, на лима, на щуку. Ты, погода, природа, это понятно. Ты вон туда сними. Да, вот мы почти пол мастерской вывезли. Чё мы только с собой не взяли, ёшкин кот. Вот. Так что, я думаю, барахла мы столько набрали. Сейчас будем смотреть вообще в будущем, нужно нам это такое барахло. Погода прекрасная, настроение замечательное. Вот, время 12 часов дня. Сейчас, да, сейчас приедем, расположимся. Поставим переметы. Вот, я вчера сделал переметики на Налима. 4 штуки, заметьте, 4 штуки. Вообще, молодец какой. Вот. Помощник. С нами Ричард. Ричард Бессмертный. Вот, неубиваемый. Вот. И он впереди друг на Ниве едет. Может один, а может с кем-то. Вот. Жить мы будем в палатке. Палатку с собой взяли. Ночевать будем в лодке. Так что вперед, на рыбалку. Мы уже почти подъехали, проехали почти 1.5 часа. Скорость была небольшая. Вот. Едем уже по такой дороге лесной. Уже свернули со всех накатанных дорог и спускаемся к реке. Грибы, кстати, есть. Друг остановился, мы остановились. Потихонечку пособирали боровичков. Бор такой был классный. Ладно, погнали. Там что-то впереди какая-то глубокая ямка. О, какие тут папоротники. Живенько. Движемся. Пихта, точнее. Запах дыма слышишь? Я слышу, кто-то дрова топит. Печку рыбаки, видать, там сидят. Дорога, конечно, супер фонтан. Так, ну ладно. Ребятушки, мы доехали до места нашей дислокации, где мы будем отдыхать пару деньков, рыбачить. Подъезд, конечно, к озеру не очень, но нас это не пугает. Это все так замечательно. Вот. Мы приехали. Все, сейчас мы тут разгребемся. Все, расставимся, и все будет тип-топ. Погнали, переодеваемся, разгружаемся, качаем лодки. Вот мы приехали, кушаем. Юра, наш стольчик. Собачка. Это я тут такая, не знаю, вот такая. Так, ну, а Васильевич у нас работает. Вот. Как дела? Качаем лодку. Качаем лодку. Да. Солнышко сюда уже заходит. Мы тут за процессом наблюдаем. Ну что, с щукой, с рыбалкой, с приездом. Лодку накачали, вторую сейчас тоже сделаем. Надо жикарим стаканчики. Там все же у нас есть. Так ты посмотри, ты из СССР пьешь. Мы родом с СССР. Да. Ну, за хороший клев и прекрасную погоду. И за хорошую компанию. Что, вот мы, в принципе, уже стащились к берегу. Собрали все лодки. Вот, снасть, ухи все, удочки. Подготовили джиги, живцов притащили. Там наши машинки спрятались.
Смотрите, какой красивый берег. Прекрасно. Нас не как рыбалка, как обалденный отдых интересует. Все, мы едем. А там вот конкуренты наши плавают. Ну все, погнали рыбачить. Вперед. 2020. Ура! Долгожданный перемет. Ставим перемет. Вечер шикарный. Мы еще в этом году не едали, точнее осенью не едали на Лимост. Крючку я сейчас. Поглубже, поглубже. Покажи живца. Там видно, вот жена найдена. И у нас уже костерчик Юра завел, пока мы тут делами занимаемся. Отдыхаем. Тишина – это вечность. Вышли на романтическую прогулку на ловлю живца. Смотрите, сколько живца. Вау, мелкий. Все секреты раздаешь. Ну, не, мы это никуда не будем выставлять. Тут у нас ведерочки еще. Короче, ночь темно. Час ночи, мы вышли тут погулять. Мол, в палатке нам не спится. Жарко. Вот так вот. У нас там уже пол ведра кипишует. Да. Ох, береги, завтра щучка утром. Она получит этих. Доброе утро. Доброе утро. Мы проснулись. Сделали вчера палаточку. Поспали великолепно. Между двух машин поставили. Растопили. Сегодня ночью был, правда, ливень. Я даже его не услышал. Вот. Ну что, костер у нас заканчивается, он потихонечку тлеет, вот. До часу ночи посидели, поболтали о том о сём. Так что сейчас мы идем проверять переметы, потом идем ловить щучку. А, тебя не поснимал, друг, вот, Ричик наш сторож, охранник, да, Ричи сторож, охранник. Что ж такое? Кто такое? Кто такое? Что? Кто там? Медведи? Ну да. Все, мы погнали на рыбалку. Будем снимать поклевки. Утро прекрасное. Стало тепло, если честно. Просто природа. Доброе утро. Нет, лодки на место. А ну, поставь лодку! Эй! А по-моему, Юрину лодку там отшвартовывает. Пойду проверю. Доброе утро, ранее. 7 утра на утре. Проверять,
Смотри. О, нифига себе. Отлично. Монстр. Ой, красавчик такой. Ай-яй-яй-яй-яй, какой большой. Ой, еще один. Щучка. Давай ее сюда. Да, ну что, мы продолжаем дальше переметы проверять. Я позвал. И радуемся. Ну что-то такое. Вытащи палку посильнее. Тащи ее, дай прямо на берег. На берег, Анечка, тащи. Вау. Вау, какой хорошенький. Втыкай палку, палку втыкай. Я же всю процедуру рассказал, как делать. Не вытаскивай его вверх. Обалдеть, сейчас вот оторвется и все. Там еще один. Еще один, ребята. Вау. У нас никогда такого не было. Да такие красавчики. Ну, все, вау, ты, это вот это ты тоже зря. Что? Ну, что вот так вот непрофессионально. Ну, чувствуется, да, женская рука. Натяжечку, пожалуйста. А то потом я устану их распутывать. Спасибо, да ты сделала мое утро, я не ожидал, что тут два. Так бы тебя не звал бы, сам бы достал. Круто, ну хорошенький. Ну да, такой это. Такая красня. Мы еще в этом году, этой осенью не кушали налимчик, а я прям сильно хотела налима. Давай, солнышко, вытаскивай. Вытаскивать, это мы процедуру показывать не будем, болезненная процедура. Все, удачного вытаскивания налимов. Едем на утреннюю рыбалочку. Вылавливать щучку. Места красивые. У нас уже глубокая осень. Иней лежит. Покрыло все. Места красивые, красивые у нас. Тайга. Мерзни, мерзни. Какое несчастье! Килограмма на 6. Да? 6500, даже 6500 ты мало берешь. В кулак хоть помещается 6500-то. Даже все 7. Семью можно накормить. Ну да. Ну, отпускай, что ли? Дорогая, но... Маловато. Подрасти. Блин, на такой бутерброд схватил. Я в шоке. Просто супер. Поклевочка такая. Только что попалась. Едем. Доводим. Сейчас вот мы ее покормим. Смотри, как ротик разевает. Эть молодец. Эть молодец. Бежи. Скажи, мамки тут кормят. Все, пока, рыбка. Играем.
тигра. О, какая спортивная. А те... Шустряк. О, гусенок. Второй. Так вытянула. Иди сюда, красавица. Вторая красавичка. Маленький. Маленький. Ее отпусти. Сегодня что-то до обеда клевало. Вот. А сейчас что-то в 11 часов перестало. Вот, решили съехать, заехать в лесок, растопить костер, а то сыро. Снега много. Накрыли стол. Я сейчас буду жарить костер. Стол у нас сплошной из пакетиков. Сплошные пакетики. Припаркованные лодочки. Вот. Штиль полный. Ветра нету. Ну и щуки. И щуки тоже нету. Что, будешь сосиску жарить? Да, буду сосиску. Я уже сало жарила. Теперь буду сосиску. Ну а. Серьезно? А вокруг сыро и мокро. Сейчас Михаил Михайлович придет, все у нас заберет. Они уже даже залечат. В общем, решили мы пообедать. Обедаем. Ой, раскладушку кто-нибудь принес, я бы часик бы вздремнул. Ладно, жарьте. Болячечка такая, капа. Тут на русалочку похоже. Взметающую вверх. Грудь такая, руки, голова, шея и какой-то кушенчик на... А вот с этой стороны, да, вот с этой стороны мишка спрятался, или рысенок такой спрятался. Прикольно, с тигром. Да, прикольненько. Взяли лодку. Здесь не может быть. Я взял лодку, ну, по веревочке, проплываю, проплываю. И тянется, и все. Вот, смотрю, щучка маленькая. Ну ладно, дальше. Опять не тянется. И тут бах, из-под земли вылазит налимище. Оказывается, налимы живут в норах. Каким-то образом заползают, забился. И я его, получается, из норы не мог вытащить. А я думал, зацепился грузом. Поэтому вот я смотрю. Красавчик идет, это уже двушечка идет. Серьезно, вот это уже даже, по-моему, побольше.
Ну покажись, красавчик. Ну прости, что мы тебя споймали. Прости, пожалуйста. Что-то еще, что ли? Что за... Нет. Замылился, видишь? Замылился. Ну еще это просто груз замылился. Вот. Так что в этот раз я-то вытащил. О, мы столько хорошенький. Да, у меня эти весы там. Ну ладно. Ну вот чувствуется, это 2 килограмма уже смело. Такого даже не стыдно поймать. А съесть? А скушать вообще. Вот, печень тут. Вкусняшка. Ну что, продолжаем переметы ставить и тоже ловить дальше. Теперь у нас тоже будет долина. Что, наша рыбалочка завершается. Наш отдых завершается, трехдневный. Так, мы в палатке. Еще вчера, сегодня, позавчера было прекрасно. А сегодня еще лучше. Пошел с ним, сейчас печечку растопим. Сделаем чайки. Кофейки. Это влезет? Да, должно влезть. Вот. Такое прекрасное. Тихо-тихо вообще на улице. Классно. Мы уже подзамерзли, хотим попить чайку, снять переметы, проверить и будем потихонечку выдвигаться домой. Цивилизация. К людям. Ну что? Наш сегодняшний улов. Такая бочечка. Ну точнее, сегодняшний, вчерашний. Голова налима, какая офигенная. Смотри, Аня, они сейчас все повылазят. Они же как эти. Змейки. Вот. Вот так они у нас и выплыли. Вчерашний улов. Да, сегодня штук 20, наверное, сбежало. Да, блин. Просто с расстегнутого садка. Закрывай их. Закрывай ее, давай. Так, давай. А это Юра наловил. Ну и ему тоже сегодня не повезло. У него садок вообще с рыбой убежал. То есть у нас хоть и садка, у него с садком. И садок классный. Короче, сегодня и Анна Николаевна, и друг были, короче, неудачниками. Одна плохо связала, а другая... Сейчас поблагодарим. У меня там денег лежит в кармане, сейчас насыпану. Вот, ну что ж, рыбалка закончилась, отдых закончился. Куда ты щемишься? Вот такая шустрая. У нас щучка. Жучок. Погнали. Едем домой. Время без 24.